Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас выполнить эти упражнения для мозга, для того, чтобы он не старел, а наоборот, даже молодел. Упражнения, которые будут в этом видео, они будут способствовать этому. Первое упражнение – упражнение на равновесие. Ставим правую ногу перед левой, так, чтобы пятка правой ноги соприкасалась с носочком с пальцами левой ноги. Удерживаем равновесие, ставим руки в стороны, притрагиваемся правой рукой, пальцем правой руки к носу. То же самое делаем левой, левой рукой к носу. Опускаем руки. Теперь это же упражнение делаем с закрытыми глазами. Удерживаем равновесие, закрываем глаза. Поднимаем руки, соприкасаемся одной рукой, потом другой. Выдержали равновесие, упражнение сделали. Теперь меняем ногу. Левая нога перед правой. Точно так же поднимаем руки в стороны. Правой рукой, левой. Теперь упражнение более сложное. Закрываем глаза правой рукой. То же самое дополняем левой рукой. Удерживаем равновесие. Упражнение сделали. Следующее упражнение тоже на равновесие. Немножко ножки в стороны, так чтобы расстояние между ними было в ступнях 3-5 сантиметров. Немножко покачиваемся, поднимаемся на носочки, руки в стороны, удерживаем равновесие. То же самое делаем с закрытыми глазами. Закрываем глаза и покачиваемся, удерживаем равновесие. Опустили руки. Теперь одну руку поднимаем. Другую вперед. Одна рука в сторону, другая вперед. В сторону, вперед. Опустили. Правая вперед, левая в сторону. То же самое дополняем с закрытыми глазами. Стараемся держать равновесие, если можно, на носочках. Опускаем руки и меняем. Все, упражнения на равновесие закончены. Поднимаемся на носочки. Раз, два, раз, два, раз, два. Дальше делаем цикл перекрестных упражнений, которые в какой-то степени похожи между собой. Между циклами будем делать поднятие на носочках, вдох и медленный выдох. Первое упражнение – это соединяем локоть с коленом. При этом поднимаем локоть, опускаем локоть и поднимаем колено. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь делаем перекрестные движения. Правый локоть соединяется с левым коленом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь меняем. Делаем это, соединяем вместе. Сначала раз, два, теперь перекрестно. Три, четыре, опять прямо. Раз, два, перекрестно. Три, четыре. Становимся на носочки, делаем вдох через нос и выдох негромкий через рот. Делаем следующее упражнение, как в танцах. Опускаем руки, начинаем с левой ноги. Левая нога, левая рука в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8. Теперь делаем эти же движения перекрестно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь меняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение — лыжник. Правая рука, правая нога. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь перекрестно. Раз, два, три, четыре. Теперь меняем, делаем попеременно. Теперь меняем перекрестно. Прямо. Перекрестно. И опять прямо. Делаем вдох, выдох. Следующее упражнение — солдатик. Выполняем его прямо, начиная с левой руки и ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Меняем, делаем перекрестно. Начинаем с правой руки и левой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше упражнение — солдатик. Сначала делаем, начинаем с левой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше делаем перекрестным. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше делаем попеременно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончилось упражнение. Делаем вдох, выдох. Дальше делаем коленка, как в танце. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше сзади. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше чередуем. Впереди и сзади. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох и выдох. Сейчас вспомним и повторим все с самого начала по одному разу. Итак, начинаем, вспоминаем, начинаем с колена. Раз, два, перекрестно. Три, четыре. Танец. Раз, два, перекрестно. Три, четыре. Лыжник. Раз, два, перекрестно. Три, четыре. Солдатик. Раз, два, перекрестно. Три, четыре.
и коленцы. Раз, два, три, четыре. Делаем вдох и выдох. Вдох. Поднимаемся чуть-чуть на носочки и спокойный выдох. Сейчас выполним упражнения, которые тоже способствуют развитию мозга. Это восьмерки. Восьмерки или знак бесконечности, которые будем рисовать в этой вертикальной плоскости рукой. Знак бесконечности – это восьмерка в горизонтальном положении. Итак, рисую. Раз, два, три, четыре, пять. В этом порядке, в этом направлении, теперь в другом направлении. Раз, два, три, четыре, пять. Рисуйте вместе со мной. Теперь тоже делаем след другой рукой, левой. Рисуем в одну сторону. Раз, два, три, 4, 5. Теперь в другую сторону. Раз, два, три, 4, 5. Теперь рисуем двумя руками. Раз, два, три, 4, 5. И в обратном направлении. Раз, два, три, 4, 5. Кто правша, того ведет правая рука. Кто левша, наверное, наоборот. А теперь рисуем вместе двумя руками. Значит, рисуем. Раз, два, три, 4, 5. Следующее упражнение – это вращение рукой в плечевом суставе. Очень полезно для людей, у которых еще и болят или же не очень подвижные суставы. То есть это помогает не только для мозгового развития, для развития мозга, а для того, чтобы он мог более был сконцентрированный, больше мог запоминать, больше был объем памяти его, ну и так дальше. Но еще и для суставов. Значит, сначала вращаем одной рукой в суставе. Раз, три, 4, 5. В одну сторону, в другую. Раз, два, 3, 4, 5. Другой рукой. Раз, два, 3, 4, 5. Другую сторону. Раз, два, 3, 4, 5. Как пропеллер. Теперь двумя руками. Раз, два, 3, 4, 5. Другую сторону. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь в противоположных направлениях. Смотрим, это идет вверх, а это вниз. Раз, два, 3, 4, 5. Чтобы проверить, вы видите, вот так одна рука идет туда, вниз, а другая вверх. Теперь меняем руки. Раз, два, 3, 4, 5. Вот они, противоположные стороны. На этом, друзья, наши упражнения закончены. Я очень рада, если вы были все это время вместе со мной, выполняли эти упражнения. Будьте всегда здоровы. И до следующих видео.